Друзья, сегодня мы посетим мистический замок в Балашихе. Этот замок оригинален. Уникальная ручная работа по камню и дереву, инсталляции из предметов старины и полудрагоценных камней. Полы, картины из мрамора, лестница на цепях. Все это можно увидеть тут. Всем привет! Сегодня мы посетим мистический замок в Балашихе. Это оригинальное место. Посмотрим, что же там внутри, но снаружи выглядит очень необычно. Здание стилизовано под готику. Владелец замка – архитектор, ездил по миру и привозил разные интересные вещи. Особенно увлекался камнями, разными скульптурами. И у него пришла мысль создать свой замок и обставить его этими предметами интерьера. Так и появилась идея создания этого замка. И только попадаешь в замок, как все окружение погружает тебя в необычную атмосферу. Сейчас мы прогуляемся по крыше замка. Как видите, крыша выглядит тоже очень самобытно. Это выполнено из камня, из специальных материалов, привезено из разных мест, городов, морей. С любовью этому замку уже 12 лет, и он продолжает совершенствоваться. Экскурсия здесь проводится очень интересная. Чтобы попасть в замок, нужно записаться на экскурсию. Сделать это можно заранее на сайте. На экскурсии можно послушать историю появления замка. При желании тут можно провести уникальные тематические фотосессии в духе замка, даже отметить праздник или провести какое-то мероприятие. Есть аренда помещений. Такая винтовая лестница и балкон с дверьми в форме паука. Такой вид мы можем видеть с балкона. Все предметы собирались автором замка многие годы. Все сделано и собрано им своими руками. Замок принадлежит Александру Пузанову. Тут много таких экзотических помещений. Везде можно гулять, рассматривать и фотографироваться после экскурсии. Пройдемся по этим ступенькам. Спускаясь по этой лестнице, мы можем лучше всего прочувствовать атмосферу этого замка. Тут на полу видно стилизованные кости. В вечернее время они, судя по всему, подсвечиваются. А с другой стороны замок выглядит не менее своеобразно. Мне было очень интересно посетить такой замок. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи!